Попытки либерально-буржуазных реформ, противостояние наполеоновской Франции, Отечественная война 1812 года, Венский конгресс и создание Священного Союза. Фактический отказ от политических преобразований и зарождение движения декабристов. Все это – вехи царствования Александра I. Мир вашему дому! Это канал «История для всех». Меня зовут Игорь. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку ярких цитат современников об Александре I. Войны, в которые втянула его Франция, заставили его заняться реорганизацией средств к сопротивлению в убыток тем учреждениям и реформам, которых требовали гражданское управление и, в особенности, область правосудия. Он был вынужден в первую очередь гасить пожар, откладывая на потом внутреннюю отделку здания.